должны обогнать Рязанову и Ткаченко. Не считаю так, потому что пары катаются на одинаковом уровне. Вот. Но если падение, падение, это, знаете, оно не мешает победе только тогда, когда есть высочайший уровень. На бал и по компонентам, и по элементам по одному баллу. Ну, еще вот дедакшн. Нашим судьям виднее. Вот сейчас выступает пара, подготовленная Жук и Свининым. Валерия Старыгина и Иван Балабуев. Имеющий очень хороший результат в выступлении в этом году за рубежом. Кубок Ниццы выиграли они и кубок в Стамбуле. Второе место. Четыре имени Александра Яковлевича Гомельского. Валерия Старыгина, Иван. Москва, Тольятти, Москва. Эти два тренера, конечно, пережили очень серьезную травму, потому что одни сразу покинуло несколько пар. Закончила выступать Яна Хохлова. И закончила выступать Лёва, Шефером, которые входили в лучшую команду. И как мы видели, Пушкаш Бурера. А это тоже их воспитанники. Они ушли Клиничук, и у них образовался, конечно, вакуум. И они на этом вакууме, я считаю, что сработали очень хорошо. Но у них очень интересная и очень перспективная пара в юниорах. Это сын выдающегося советского танцора, пятикратного чемпиона Европы и мира, четырехкратного олимпийского чемпиона Андрюша Букина. Иван. А? Иван Букин. Да,
которые катаются, у них уже катается тоже, если бы, конечно, не упал, да, первое место поборолся, но стал третьим на финале гран-при. С Александрой Степановой. Да, с Сашей Степановой. И хорошие имеют перспективы. Что касается этой пары, то у них хорошие результаты на международных еще соревнованиях. Они делают элементы очень чисто. Но кое-какие. Но я бы не сказала, что все, потому что мне, например, очень у них тоже не понравилась румба. Но что касается остальных технических вещей, они очень чистенько катаются. И не знаю, как оценят их судьи. Но как бы их не оценили судьи, они сделали максимально то, что они могли сделать в своей программе. Это тоже является, так сказать, достижением. Никто не упал, никто не споткнулся, никто еле-еле ноги не ставил. Вот, тем более, что в такой сложной ситуации оказались эти два тренера. И, конечно, всегда я за то, чтобы наших тренеров поддерживать. Которые тоже не работают ни на жизнь, ни на нас. Саша с Ирой. А кто их не поддерживает? Имеется в виду мы, как комментаторы или федерация? Мы, комментаторы, можем поддерживать кого угодно, понимаете? Но да, но... А, федерация. Да, да. Я думаю, что их работе они сами должное внимание завоевывают. Но их работу не надо прибивать. Я думаю, что это дело их работы тренерской. Я думаю, что каждый тренер у нас вообще на счету. И если один человек может сделать все, а другой только базовую работу, то это тоже очень важно. Тем более, что здесь они работают в паре, один делает базовую работу, другая делает установочную работу. Что касается музыки, то мне кажется, что она могла бы быть интереснее. Вот, например, с этой точки зрения. А что касается технических элементов, сейчас ее оценит, да, бригада специалистов. Слушай, ну вот ваша бригада специалистов, которой вы так гордились, что же она ставит Елены Хохцалапову выше Рязанова Ткаченко, а вы с этим не согласны? Может быть, я не согласна. Может быть, за падение должен быть больше дедакшн? Или как-то... Мы же часто с этим сталкиваемся. Упал на ровном месте, и это типа не считается. Валерии Старыгиной, Ивана. Я считаю, что сегодня Рязанова Ткаченко могли быть впереди. Не потому, что они не упали, а потому, что они сделали элемент.